Льготы по уплате за капитальный ремонт распространят на семьи из неработающих граждан старше 70 лет, которые проживают совместно с инвалидами первой и второй групп. Законопроект прошел второе чтение, извещает портал ЖКХ. С 1 января 2019 года региональные власти вправе предоставлять таким категориям компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт. Проект коснется дополнительно почти 200 тысяч россиян и потребует затрат из бюджета в размере порядка 300 миллионов рублей ежегодно.